100 лет назад, в 1920 году, состоялся Кремлевский субботник с участием Владимира Ленина. Зародилась же традиция годом раньше. Коммунисты, рабочие Московско-Казанской железной дороги после смены остались в цеху и продолжили ремонтировать паровозы. Традиция субботников за минувшие 100 лет не исчезла. Когда само название субботник ассоциируется с детством, с радостью, все собираются вместе, да, вот даже ощущение вот этой коллективизма. Сейчас идет месячник благоустройства. Субботники проводят на предприятиях и в поселениях. В том числе проводят субботник сотрудники администрации Сергиево-Посадского городского округа. Наше управление коммунальной инфраструктуры в этом году убирается в микрорайоне Вакцина. С порядка 30 человек сотрудников. Есть две точки, которые мы убираем. Есть мешки, есть инструмент. Управляющая компания нам помогает. Проведем субботник, соберем мусор, подготовим территорию микрорайона к лету. Жители Вакцины также вышли на субботник. Оксана Мирошникова, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».